Этого дня многие ждали с нетерпением. Для сотен славянских выпускников, а также для их учителей и родителей, это был на редкость волнующий день. Ребята прощались со школой. И когда они радовались, что делают шаг во взрослую жизнь, то взрослые удивлялись, насколько быстро выросли их дети и переживали за их будущее. Выпускной бал навсегда остается в памяти каждого человека. Именно он, полный воспоминаний, планов и надежд, ставит символическую точку в школьной жизни и открывает перед молодыми людьми совершенно новый жизненный этап. Еще до начала шествия по главной улице нашего города Красной в уже определенных местах начали собираться учителя и главные виновники торжества – выпускники. Они весело приветствовали друг друга, обменивались шутками, но вместе с тем многие из них с трудом могли унять волнение, ведь в этот необыкновенный вечер в их жизни все неуловимо менялось, и вместе с тем ощущалась атмосфера праздника и приподнятое настроение всех участников. Возглавило шествие колонна медалистов. Было очень удивительно, что получила 100 баллов, очень приятно. Эмоции, конечно, сейчас переполняют выпускной и переживания, и все. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Желаю всем следующим ребятам 11 класса удачи. Верьте в себя, и у вас все получится. И радостно, что такое произошло. Я очень благодарен своим родителям, учителям. Спасибо им большое за то, что проделали такой огромный труд. У меня будет... Все отлично, я верю, у меня есть цели, и я к ней иду. Эти одаренные молодые люди уже смогли показать себя с лучшей стороны. Накопленный багаж знаний, высокие баллы, полученные на экзаменах, помогут им поступить в высшие учебные заведения и взять уверенный жизненный старт. Мечтала набрать 100 баллов по русскому языку. Это было неожиданно, казалось, такой приятный сюрприз. Очень была рада, когда узнала. А вообще сегодня такой волнительный день, и уже начало взрослой жизни, прощаешься с родным домом, ну, впереди новые победы, новые достижения, и все будет здорово. Сегодня очень волнительный день, мы делаем шаг во взрослую жизнь, и я очень рада, что нам предоставили такую возможность побывать на таком мероприятии, показать родителям, какие мы красивые, запомнить, потому что этот день будет запоминающимся. Хочется выразить огромную благодарность нашим учителям. Это начиная с начальной школы и всем остальным учителям. Они тоже огромный вклад внесли в мое развитие, в развитие моих одноклассников. Выпускники новой 12-й школы впервые участвуют в торжественном шествии, поскольку 2 года по известной причине из-за ограничений ввиду коронавирусной инфекции не было такого мероприятия. Для директора школы Ирины Яровой это знаковое событие, которое как бы подытоживает работу педагогов. Для каждого выпускника это, наверное, самый важный праздник в его жизни, потому что сегодня они расстаются с детством. Это очень волнительно. И для детей, и для родителей. Да, мы в этом году действительно потрудились очень на славу, как можно сказать. У нас 2 стобальника. Девочки, это Пименова София и Луткина Лена, они получили по 100 баллов по литературе. Это, мы считаем, что это была первая ласточка для нашей школы, молодой, новой школы, номер 12. У нас 5 медалистов. Это незабываемое ощущение, прекрасное чувство вот этого окончания школы, когда они с радостью это все переживают. И очень хочется пожелать нашим детям, чтобы у них все получилось, все сложилось. Все, что они задумали, обязательно осуществилось. Выпускницы блистали в нарядных платьях на любой вкус и цвет. Кто-то выбрал образ поскромнее, а кому-то больше по душе был наряд, как у настоящих принцесс. Выпускники также оделись красиво и элегантно. На повзрослевших ребят, с трудом скрывая нахлынувшие чувства, смотрели их родители. Наконец-то мы дождались. Мы получаем аттестат зрелости. Мой старший сын заканчивает школу. Он получил очень хорошее образование. Я очень благодарна учителям, школе. Перед ним открываются двери во взрослую жизнь. Я верю, что у него будет хорошее будущее.
И мы, как родители, приложим все силы, чтобы ему в этом помочь. 488 выпускников Славянского района выходят в нынешнем году в большую жизнь. Из них 63 медалиста и пятеро получивших 100-бальные результаты. И вот колонны приближаются к празднично украшенной театральной площади, где их уже ждут. Ведь это ваш праздник, бал выпускной. Самый желанный, самый родной. Приветствуют почетные гости. Глава муниципального образования Славянский район Роман Иванович Синеговский. Председатель Совета муниципального образования Славянский район Григорий Владимирович Литовка. Ярче, чем солнце, этой песней на крыльце городского дома культуры участников торжества приветствовала студия вокала «Звонкие голоса». Глава Славянского района Роман Синеговский от всей души поздравил собравшихся с окончанием школы. Дорогие ребята, мы вас сегодня, по сути, отправляем во взрослую жизнь. И я бы хотел, чтобы в этой взрослой жизни вы были успешны. Чтобы у вас все получилось. Вам предстоит сдать экзамены, приобрести профессию. Сегодня все учебные заведения для вас открыты. Я хотел бы, чтобы эта профессия, эта работа была вам по душе. Есть поговорка, если находишь работу по душе, то работать практически не приходится. Вы будете заниматься любимым делом. Я хотел бы, чтобы вы творили, дерзали, раздвигали преграды, ломали барьеры, потому что вы уже много сделали, вы молодые, вы активные, вы креативные, и у вас обязательно все получится. Дорогие учителя, большое вам спасибо за труд и верность профессии. Затем состоялась церемония награждения 100-бальников и медалистов. Это было торжественно и вместе с тем трогательно. Благодарственные письма, приветственные адреса, напутствия и памятные подарки вручались лучшим из лучших. Эти юноши и девушки достойны самых высоких слов. Это настоящая гордость нашего района. Вспыхнули золотые фонтаны фейерверков, и в вечернее небо взмыли воздушные шары. Это символ устремленности ввысь и исполнения самых смелых желаний. По доброй традиции, кульминацией торжественной части выпускного вечера стал танцевальный флешмоб или совместный танец выпускников. Все собравшиеся с огромным вниманием смотрели, как уверенно двигаются ребята, нанизывая танцевальные номера в разных стилях на общий стержень интересного представления. Выступление кавер-группы «Бабушкин кавер» очень тепло было встречено участниками торжества. В их исполнении прозвучали песни, давно уже завоевавшие популярность в нашей стране. Все собравшиеся около сцены танцевали и аплодировали музыкантам. Выпускники общались, фотографировались, веселились вовсю. Это их вечер. Все здесь было для них. Эмоции, конечно, переполняли. С самого утра у меня было волнение, сердечко вот так вот стучало, сейчас нет. Сейчас эмоции переполняют, радость, счастье только. Очень классное мероприятие, мне все безумно нравится. Я впервые в жизни вообще... нахожусь. Действительно, на всю жизнь запомню. Очень красиво было все продумано. Флешмоб-бомба.
песня Басты Сансара, исполненная в завершение выступления кавер-группы, пришлась как нельзя кстати. Ее понятный и притягательный смысл и берущая за душу мелодия покорили публику. Танцевальное шоу-программа продолжила вечер. На сцену были приглашены выпускники, которые зажигательно отплясывали, делясь своей радостью с теми, кто был рядом. И когда в небе зажглись разноцветные фантастические цветы фейерверка, всем было одновременно очень радостно и немного грустно, что такой замечательный праздник подходит к концу. Добрый путь, выпускники! Пусть в этой новой, взрослой жизни вам сопутствует удача и как можно меньше будет разочарований. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, Георгий Калинин. Программа «События».